Вот вы к нам приехали в Артёмово на День молодежи. Как вам наша публика? Потому что вы уже у нас были до этого. Да вообще я очень люблю Артёма и артёмовскую публику. Артём — это тоже город моего детства. Я полдетства провела тут на Интернациональной у бабушки на грядке. Поэтому я очень люблю и очень рада быть здесь. Но мы еще не вышли на сцену, поэтому мне трудно сказать, как будут принимать. Тем более, что мы будем петь сегодня только свои песни. Они по большей части незнакомые людям, поэтому посмотрим. Ну скажите, праздник День молодежи, вот каким, на ваш взгляд, должен быть молодой человек сегодня? Ну я считаю, что он должен знать, чего он хочет. Наверное, это для любого человека самое трудное. И быть целеустремленным, быть воспитанным, любить природу и вообще землю и беречь ее, потому что у нас сейчас с этим большие проблемы. Борец за экологию. Ну и, конечно же, любой человек, не только молодой, должен быть счастливым. Что пожелаете нашей артёмовской молодежи? Счастья, любви, смотрите вперед, верьте в себя. Это самое главное. На оголенное чувство любовь осела, с душой смешалась, овладела телом, заполнила сердце, на волю рвется, и с глаз сиянием второго солнца. На большом пути мы встретили звездами, но штанец небесный, притин земли, становится тише, дыхание вселенной,